Друзья, привет! С вами Папа ВС Мамы! Денис, выпуск номер 4. Ну что, сегодня мы играем в дженгу, но не простую. У нас детская дженга, мы будем строить башенки, и там еще надо задание выполнять. Открываем! Проигрывает тот, у кого башни развалится, либо он выполнит меньшее количество заданий. Если мы не успеем. Давайте 10 минут, окей? Ну, в общем, я надеюсь, что папа опять победят. Распаковываем. Я пока не знаю, что на задании, мама тоже. Открывай, мам. Ну что, кто начинает? Я боюсь. Давай, я начну. Так, у меня без задания. А мы как договоримся? Нельзя ставить рядом одинаково или можно? Мне тоже без задания. Окей. Теперь Диня. Диня? Не, Диня. Ну подожди. Ну хорошо, это будет папин ход. Только не парите меня специально. Вытаскиваем. Так, задания нет. Что ты там видишь? Брусочек. Да, у мамы палец тоненький, и мне кажется, я проиграю. Диня опять. Хорошо, что Диня еще тоньше пальцы, чем у мамы. Но, правда, пока что еще координация движения не очень хорошая. Так. У нас тоже чисто. Брусочек. Еще один брусочек. Давай. Вот теперь за маму. Маму вытаскивай. Иди, все подряд не надо. Теперь. Подожди, день надо мне, все же подряд. Аккуратненько надо, смотри, я сейчас папа проиграет. Угу. Прочитай стихотворение. Подожди, дай папа читать стихотворение. Ну что, про цифры расскажем? Да. Давай. Так. Давай, мам. Подожди, дай папа прочитать, потом даст. Давайте про цифру 6. Цифра 6. Дверной замочек. Сверху крюк, внизу кружочек. Подойдет? Ну, а ты что-то стихотворение у тебя. Давайте про девятку. Не, давай. Цифра 9 или девятка, цифровая акробатка. Если на голову встанет, цифры 6, девятка станет. Ладно, окей? Ладно, отчет. Давай, теперь тебе давай заданием тоже. Оп. А я, кстати, не показал, друзья, если что, вот у меня был. Прочитай стихотворение. А у меня чисто. И еще одно. Не сделал. Не хватит. Давай, вытаскивай тут. Прям сбивай ее. Вниз, не вниз. Сбивай. Нет, там, ну папа уже эту вытащил, видишь? Так, у меня чисто. Нижнюю. Какую нижнюю? Вот эту? Мамину вытаскивай, да. Мама, давай, тяни. Тебе ребенок сложно. Ну, задание. Чисто. Я все руки потираю, думаю, когда же. Какую ты хочешь? Ну подожди, Андрюша. Давай, за папу, да? Аккуратно. Смотри, то сейчас папа проиграет. Не высовывается она. Давай вот эту. Придерживать пирамиду нельзя. Так. У меня чисто. Палочка. Дай вот то. Теперь мама вытаскивает. Я просто напоминаю, сейчас у нас Денис вытаскивает, но пора мама чуть не проиграл. Так, давай искать. О, задание, чего там? Выпить из кружки без помощи рук. Ништяк, я сейчас сгоняю. Вот, выпить из кружки без помощи рук, кстати. Ну, ты нашел кружку подходящую, папа. Так, у мамы задание сложнее. Так, а значит... как я буду пить из кружки с такой, даже зубами не подниму? Барабанный дробь. Так, это и без рук? Ничего себе. Вот это мама. А как ты это сделала? Никакого обмана? Из папиной кружки без рук выпил. Ты что, все хочешь выпить? Я думаю, достаточно, уже не написано до конца, недостаточно выпить. Ну ладно, хорошо. Мама молодец. Теперь папин ход. Так. Горе трясуха. Ты что, было проще? Попей, попей. Все,
все. Ну, в общем, папа проиграл. Но сам не виноват, не досмотрел. Тут еще были интересные задания. Если хотите еще раз дженгу заданиями, то ставьте пальчики вверх этому ролику, оставляйте комментарии, и мы сыграем еще раз. Можно даже втроем сыграть. Ну, и я так понимаю, что мама wins. Ну, а мы с вами надолго прощаемся. До новых встреч. Пока. День.